В каждом доме города будет установлен прибор учета холодной воды. В этом году завершится проектная часть работ. В следующем активно начнется отлаживание системы. На установку приборов учета по федеральной программе из российской казны выделено 113 миллионов рублей. Это значит, что жителям города Иваново не придется собирать 113 миллионов рублей, естественно, сказать в общей сумме, для того, чтобы на своих домах установить данный прибор учета, который требуется установить в соответствии с требованиями действующего законодательства. В подвалах многоквартирных домов уже установлено 800 таких счетчиков. Но только у 10 есть специальный прибор, который позволяет передавать данные о показателях и диагностическом состоянии на концентратор, а потом на удаленный сервер. В этом доме в микрорайоне ТЭЦ-3 прибор работает в тестовом режиме. Установили его в течение 8 часов. Гораздо дольше шли подготовительные работы. Не все городские подвалы пригодны для установки дорогостоящей техники. Огромным плюсом данных приборов является то, что персонал, который раньше занимался тем, что ежемесячно ходил по подвалам, снимал показания счетчиков, сейчас этого не требуется. То есть, как мы только реализуем данную программу, данные показания с этих счетчиков будут сводиться на общий терминал, на общий сервер. Самым важным остается вопрос обеспечения безопасности расхода меров. Александр Кузьмичев поручил представителям управляющих компаний подумать об установке дополнительных железных дверей в подвалах. После начала работы счетчиков они перейдут на баланс жильцов дома. На плечи собственников лягут расходы по ремонту и замене приборов. Мария Смирнова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.